Идея родилась вместе с моим другом Алексеем Антоновым, это исполняющий директор МХЛ, с которым я очень давно поддерживаю дружбу. Совсем недавно мы просто встретились и как-то разговорились. У нас очень много общего в музыкальном мире. И он просто предложил, не то что предложил, он сказал, что у нас в общем-то нет такого гимна. А я никогда этим не занимался. И я решил попробовать. Я, честно говоря, в тот момент, когда мы с ним разговаривали, думаю, предложить или нет. Потом думаю, не буду, потому что если плохо получится, ну что ты скажешь, человек? Ну куда ты лезешь там своими Не туда, идеями? да? Да, играй свой там металл или харду или там что-то там еще. Вот. И именно тогда Алексей говорит, а что если бы у нас был бы гимн такой в стиле хардовом, такой хард-рок, такой конкретный, жесткий, Ритмичный, да, понятный, все. да, ритмичный, понятный всем. Ну. МХЛ – тяжелый труд. МХЛ – для тех, кто крут. Это лига.